поводу того, что случилось несколько пробок в Севастополе, сам пока их не надо. А что у нас случилось? У нас ничего не случилось, жизнь продолжается. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставил на командование перед ним. Значит, уверенно, успешно выполняя задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Указом президента Российской Федерации наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Ушакова и Гвардейского, вернее, не только ордена Жукова и Гвардейского, но еще и ордена Ушакова. Это, наверное, первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова.